Всем привет! Вы снова на канале Оазис Миссис Смит, и зовут меня Людмила. Друзья, я вообще не собиралась это видео снимать сегодня, но у меня случилась авария. Авария большая с сингониумом Imperial White. Вы помните, я его выращиваю на этом столбе. Вот он мой красавец. Попробую показать, насколько он выше меня. Уже платицериум немного мешает. Вот видите? Вот. Но я стала вытаскивать горшок из горшка. Ну, там двойной горшок, вы помните, да, эту посадку. И стала вытаскивать горшок из горшка. И он у меня хрустнул. Но там не один черенок, по большому счету, там есть кому еще расти. Но какую-то массу зеленую сегодня мне придется снять оттуда. И расчеренковать. Куда я их буду девать, я не знаю. Сколько там получится черенков, одному богу известно. Вот. Давайте попробуем это сделать. Давайте я вам просто хотя бы покажу, на что это похоже в данный момент. Ой. Вот, смотрите. Видите? Так не очень удобно. Сейчас сменю камеру. Так, вот. Вот этот постамент сантиметров 10 от поверхности пола. И дальше пошел Imperial White. Пошел. Вот верхний лист. Видите, насколько стали крупнее листы у него? Да, раньше они были мелкие, теперь вот крупные. Листья очень красивые, конечно, стали. Да, очень красивые листья. Он вообще мне очень нравится, этот сингониум, именно из-за интенсивного его роста. Хотите, покажу, где сломался? Так, сейчас. Пыталась посмотреть, а не пора ли его полить. Ну и вот, представляете, под самый корешок. Срубил он нашу елочку под самый корешок. Но я сейчас, наверное, за кадром сниму вот этот черенок, весь, все росты отсюда. И посмотрим, сколько выросло. Ну, по большому счету, немножко мы не дотянули, да, до Imperial White под потолок. Чуть-чуть мы совсем не дотянули. Придется мне его, конечно, сегодня порезать. 6 февраля 2024 года. Смотрим. Здесь, оказывается, отломилось два ростка. Один метровый и второй почти 1,5 метра. Вот. Самая большая масса. Что осталось? Осталась шижда маленько. Остался один побег. Ну, там есть, конечно, несколько побегов, которые пойдут боковые. Может быть, что-то проснется из пенечка, да? Очень даже может быть. Потому что на самом деле сломался-то он вот. Вот так вот. Хрусь и отломился. Ну, что сделаешь? Ничего не сделаешь уже. Рвать на себе волосы. Сжечь их, посыпать голову пеплом. Ну, что? Вот здесь у меня, видите, два новых росточка пошли. Я их тоже закреплю. Закреплю. И пойдут расти дальше. Куда денутся-то? Никуда не денутся. А эту красоту... Ну, может быть, может такое случиться, что я его расчеренкую сейчас, да? Если девчонкам никому не надо будет... Ну, насажаю целый горшок, пускай обовьет мне практически весь столб. Хотя я бы, конечно, пустить хотела сюда другие растения еще в придачу. Ну и давайте покажу с другой стороны. Три короля. Три короля тоже пошел в высоту расти. И, господи, все время забываю, как он называется. Вот этот трехцветный, вот. Он тоже пошел. Тоже пошел. Плети нарастают. Только, конечно, не так быстро, как у Imperial White. Вот этого красавца поставим на место. Все, сейчас разрежу, поставлю всех в воду. А что делать? Кому теперь легко? Хочу вам показать, что у меня получилось. Полный горшок. Ну, это кашпо. Это кашпо из-под хлорофитума.
так называемого, который сроду оказался и не хлорофитовым. Если вам интересно, сниму видео на эту тему. Пишите в комментариях, снять, не снять, потому что растение совершенно другое, как оказалось. Вот. И что хочу сказать. Посмотрите, какие листья. Листья мощнецкие, крупные. И оказывается, у сингониумов тоже достаточно интенсивно выделяется млечный сок. Вот видите, у меня все руки. Поэтому я с вами быстренько прощаюсь. Вот такие вот аварии, к сожалению, у нас случаются. Мы планируем одно, а получается совсем другое. Все, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Я их с удовольствием почитаю. С вами была Людмила, Оазис Миссис Смит. Всех люблю, всем пока-пока.